исследования на предмет того, как найти идеального фитнес-тренера. Потому что есть люди, которые нужно пришли в конце содержания, а тренера найти не могут, не знают, как искать. Мне кажется, что у вас есть совет, который вы могли бы дать. Потому что наверняка вы занимаетесь спортом, но у вас, честно, я сама поиск объект тренера или вообще какого-нибудь тренера, потому что мне очень хочется прийти в форму после вторых годов. Но у меня просто нет времени. Поэтому единственное, что я могу для себя сделать, это заниматься дома. И всем, кто сейчас озадачен этой проблемой, да? Да, это ситуация. Я предлагаю начинать дома. То есть, если есть две свободные минутки, сразу начали. Стоите там, варитесь или что-то еще. То есть, я сторонник того, что если есть пара минут, я могу что-то поделать. Но все же, возможно, какой-то совет. Вот, например, когда человек ищет себе наставника в виде тренера, вот на что обратить внимание? На форму, на слова, на то, что он слушает.